Несмотря на июль, в календаре погода в ближайшие дни в Беларуси будет совсем не летней. Ночью столбик термометра будет показывать 6-12 градусов. Днем потеплеет до 15-21. В эти выходные ветер поднимется еще сильнее, чем тот, что натворил беспорядок в стране в понедельник. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Чтобы избежать неприятностей в такую погоду, спасатели призывают обходить стороной неустойчивые конструкции, рекламные щиты, мосты, эстакады и линии электропередач. А водителей просят не парковаться под деревьями. Согласно долгосрочным прогнозам на Гисметеобай, на следующей неделе в республике будет также прохладно и пасмурно. Жара вернется в республику лишь ко второй половине месяца. На сегодня известно, что в воскресенье 21 июля потеплеет до плюс 29. Однако стоит помнить, что подобные прогнозы достаточно часто оказываются не совсем точными.